Пространство свободы и творчества. Сегодня в Ханты-Мансийске прошло открытие неформальной культурной площадки. Ее называют штабом, где ждут активистов с креативным мышлением. А еще в гости приглашают неравнодушных жителей, которые знают, как сделать жизнь столичную интереснее. Наш корреспондент побывал в творческом центре и пообщался с организаторами проекта. В Ханты-Мансийске не скучно, уверяют ребята, и каждый день своими проектами доказывают это жителям югорской столицы. Культурное пространство зародилось в маленьком подвальчике, а теперь задумка переросла в серьезный проект. Заходя в этот подвальчик, ты оказываешься в таком маленьком уютном штабике. Это вот а-ля, как вот из детства, все хотели построить в детстве домик на дереве или, может быть, какой-то небольшой шалашик, где вы с ребятами храните какие-то там небольшие секретики. Каролина решила стать частью команды, чтобы улучшить город. Ради этого она оставила основную работу и с головой погрузилась в творческий процесс. Сейчас девушка руководит коллективом, но придерживается принципа: в культштабе все равны. Нам как раз хочется создать такое пространство уравнивания, где на одной площадке могут встретиться люди там, пенсионного возраста и студенты Югорского университета, например. Людей в штабе немного, но каждый справляется со своими обязанностями. Один отвечает за дизайн или финансы, другой – за коммуникации. Но поддержать разговор или вместе с вами выпить чашечку кофе никто из них не откажется. «Человек не одинок» – эту фразу авторы проекта решили сделать девизом своего культурного пространства. Здесь проходят различные мероприятия. Например, можно рассказать о себе на неконференции «Съел собаку» и даже устроить сольный концерт. Площадка уже видела многое – от творческих фестивалей до проектов благоустройства. За свои старания ребята даже получили президентский грант и потратили его на закупку оборудования. В эти стены часто заглядывают одинокие, но во время мероприятий люди становятся друг другу родными. Валерия Русских, Екатерина Метельская, Александр Шималин, Вести Югория, Ханты-Мансийск.